Они фигурами, машинами решили, что закрыто, что не верят, что не ждут, вылазили детей. И как уже оказывается. А там патрик, а когда находились для родителей, придумать нельзя, что дети, что мальчики спали с девочками вместе, всякие факты. Но главное, родители, которые вместе ездили, что этого не было, выгрешено. А я вам сейчас покажу. Мужчинам этого не могло быть. Где все аккуратно? Открывайте ворота, принимайте молодца. Так, и брать дорогу. Все, а нижнюю можно оставить. Положи, чтобы она не упала. Проходите. Начинаем отсюда. Кое-кто может туда зайти, чтобы было видно. Вот это столовая. Вот высокие, которые столбушки, это столы. А как, ну, видишь, два стола. А ниже, которые, это скамейки. Это мы разобрали, доски убрали. Посчитайте, музей-комплекс для бедных лагерей. Все делали самостоятельно. За свой счет и шифер. Государство ни рубля не вложило, только за нами следили в качестве. Но они ничего не могли сделать. Господь сильную защиту ставил. У меня близкие отношения были, дружеские, прямо почти братские. Прокурор края, генерал-лейтенант, он был за нас. Что ты, наснимал что-нибудь? Я к нему мог прийти любое время. Нет. Юрий сейчас поедет в кухню разгружать. Я не скрываю, я говорю так. Люди говорят, это он вам дал дом, не он дал. Он сказал по правде, защитил, когда стали нападать. Потому что это решение суда вынесено. Когда я там был, когда я освобожден был, я подал на апелляцию на разное, что там было. И меня реабилитировали. Закон вышел. У меня политическая статья была УК РСФСР 193. И все. Вернуть, что у меня изъяли. А изъяли много. По государственным расценкам, по тем временам, они должны были мне 11 миллиардов. Это мой труд. Его оценили. Это перевод, это раз я делал, композицию составлял. Так, кто там далеко сюда? Константин, проходите сюда поближе. Проходите ему, Константин. Сюда поближе заходите. И вот они приезжали здесь и брали анализы. Тихо. А в это время тут сидели Виктор Николаевич Савченко и пели песнопение. Про лагерь снято у нас примерно 475 роликов. Так что смотреть есть что. Вот дальше иду сам. Это второй зал. Вот это второй, когда много людей было. В две очереди на эти два зала покрывалось. За столом сидело здесь 10 человек. Против каждого стола дежурный. Показал ему два пальца, только как у нас сейчас мы принесли туда. За 45 лет не было ни одной ложки, которую бы выбросили. Пищи. Все зачистил, показал им. А что, дома ничего нельзя привозить. Потому что мы не знаем, как готовили. Вот, пожалуйста. Это кухня, электричество подведено, холодильники тут стоят, вода нагревается в большом котле. Вот здесь вот было. И когда там есть, приехала полиция с прокуратурой на Батугина Тимофея, мать его, пожаловалась, что тут плохо ему. Они развелись, а сына отдали матери, этому отцу Михаилу. А он его с Москвы сюда привозил, а иногда присылал, как товар. Деньги заплатил, взял и пошел самолет. И он был здесь. И они приехали. А прокурорша в брюках. Я сказал, к нам заходить в брюках нельзя, чтобы не осквернить. Ну я не войду, она кротко так ответила. Я сказал ей, Никита Колесников побежал, сразу юбку принес, она надела. И вот вы посмотрели бы, сколько комментариев. Да какая она красивая. Да она такая нежная. Да. И да где она? Как ее адрес найти? Тут сколько нашлось женихов-то вокруг нее. А которая из милиции, та одета была в юбку. Как, и вот здесь
этого мальчика, они спрашивают, а можно отдельно? Отдельно нельзя, он мне верен. Ребенок 10 лет, что же его вам отдам-то где-то? Ну и закон это гласит. Скажи, Юрий, так, нет? Ну, родители должны быть. Все верно. Он такой грамотный мальчик. Отец дал полномочия вам? Да, конкретно. Да. Ну и они успокоились и все записывали. Вот в этом, да, в этой коморке где-то. Ну и мы их как встретили, так и проводили. И они, то, что она жаловалась, они обратили все в добро. Они делают гимнастику на траве, обвинения. Я говорю, где в воздухе, левитации пока не обладаем. Делают это где гимнастика. Не в спортзале. Ну и далее. Они встают рано, ну устав такой, там еще что-то было такое. Нашего устава. Говорит, это устав. А он отдавал, знал куда. Какое там? Ну нельзя драться, отзывается, я накажу. У меня были физические наказания. Очень строгие были. Вот он садимся за стол, платочки показать, платочка нет. А вон там деревья тополя, он должен бежать до туда, а тут кто-то стоит, смотрит, чтобы его не обидели. И пока он прибежит, тут уже второе подают. Он уже этого не получит. Я им память пришью в один день. Вот садятся за стол, а кто дежурный, быстро вокруг. А то вот ограда, это и есть территория лагеря. Ну они там собирают обувь, там шапки, платки. Что это? Я скажу, а никто не поверит. Они говорят, да это же Максимова. А он еще, да знаю я это. Так, он должен взять эту одежду свою, вокруг стана три раза бежать и кричать, я забываю одежду за станом. А пока бегает, уже компот допивают. Все, больше ничего не надо. Это физическое наказание, надо бежать. И потом все обвинения стерлись, как будто их не было. И однажды назначили комиссию, кандидат медицинских наук, там другие, милиции, каждого ребенка рассматривали, раздевали, какие ссадины делали, нигде ничего нету, никакого. Так вас бьют, издевают, а они мальчишка говорят, никто нас не издевает, нас просто наказывают за то, что ведем неправильно. Ребенок разделяет наказание, наказывает и избивает. И они все это почувствовали, что серьезно лучше. Вот здесь вот написано было, кто президент, кто глава администрации края, кто изобрел мобильный телефон, кто изобрел интернет. Ни один взрослый приезжает, не могут ответить, а дети скорее охоту ответить. И вот здесь уроки идут. Вот Игорь Владимирович здесь урок вел, тут фотография сохранилась. Вот сейчас мы посмотрим, пойдем, женские кельи. Вот она, глиной замазана, все, пойдемте за мной. А вот здесь полотенце висят, каждого свое. Смотри, вот полотенце. Проходим. Вот она так была, вот такая, и поделенная. Это вот леди, палки обыкновенные. Ну и глина замазана. А сверху прибитая, шифер. Все такое доступное. Вот это дальше будет кухня, хлеб там выпекали. Я не знаю, сколько было, но кажется, до 100 больших кирпичей могли выпечь. Две русские печи, а там печник. А вот это вот тоже келья. У нее название Тму-таракань. Тму-таракань. Вот это вот называется на курьих ножках. То есть разное название. Дети это хорошо знали. Сюда идите. Вот показать. Оно тут закрыто. Вот здесь виноград был. Даже сейчас еще не стоит. Видите, сколько деревьев разных. А это не вынесли, даже были здесь. Смородина. Вот она, смородина. Ну, никто не поливал ее, поэтому. Вот келья. Смотрите. Сколько этих палочек надо было вырезать клёна, а стругать, не стругать, а кору собрать. И всё прибито. Ну хоть где-то-то есть открыто? Вон та, крайняя. Крайняя. Давайте откроем, посмотрим. Ну там рабочая келья. А, рабочая. Это рабочая. Ну ничего. Видите как, вот это вот второй этаж, а там на досках. Вот это первый. А, молодец. Геннадий Тихонович, открыл. О! Посмотрите. Вот надо эти гробки сделать. Я не знаю.
Ну, иди, смотри. Одежда, все чистоте. Одежду посмотрели, У меня в этом году не хватило времени на виноград. Не подвязал его. Здесь там же домик. Проволока опустилась. А здесь тень, он плохо. Да, деревья выросли, все, он стал плохо плодоносить. Если продавать, то не хватало. Вон, когда какая. Это все вручную. Вот именно труд такой большой. Никому мы не обращались, своими силами. Деревья лошадь была дали, бочка возили воду. А теперь у нас вот здесь его не найдешь. Шланг проложенный, прямо на озеро. И тогда подвели электричество, стал бы туда провода идут. Это не сразу сделалось. И теперь там только включил, у нас здесь бак полный воды. Огородчик тут прям рядом, лагерный огородчик рядом, хороший. И купаться. Подорожка отдельно. И взрослые не сразу. По взрослым не разговариваем. Они подобные. Они одинаковые. Дети очень внимательные. Да не надо, не надо. Два мальчика за убийство сидят в тюрьме. Ключами. Там дома. Вот эти виноград. Подняли, как уже. А тут виноградные кисти такие висели. Вот смотрите, где загородка заканчивается. Вот она. Пожалуйста. И вот сейчас мы пойдем на ту сторону. Вот она, ограда идет. Ну туда не полезем мы. Из этой, из веток не сделаешь гребенька, потому что сережки. Надо находить такое, вон как поставить Сережа к ней подходить. Закрывай. Вот что за корпуса, что за дома. Там мужские кели, а это женские кели. А сколько у вас максимум принималось? А? Сколько детей максимум было? Ну, не иначе, он же говорил. 108, 109. 108. Ну, имеется со взрослыми. Не, за смену, допустим. Со взрослыми. А так не знаю, там, да. Он может сказать. А смена сколько недель? Да в зависимости, кто как хотел. А. Кто-то у нас все лето. Вообще он все лето работал, да? А? Лагерь все лето работал? До 2 августа. От какого? С 10 июня по 2 августа. Дети становятся и... Вот в этот, знаешь, технику в этот. А, мы же это еще. Ну это не то. А этот не повесили разве? Да, за. А что, вы забыли? А вы нас в другое место утащили работать. Мы про это и забыли. Ну, вот лежит где-то. А почему же не повесили? Смотрите, маленький. Его сейчас нельзя повесить. Брат, там этот колокол нельзя повесить, Олег? Колокол нельзя сейчас повесить? Нет, там ничего не приделано. Там не доделано. Мы с Олегом работаем. Не доделано. Подойди, спроси. Ну да, это Олег надо будет. Ну ладно, доделай. Все сделай, хорошо. Вот утром считается новый завет толкования блаженного Филакта. Я люблю птиц, и мы горшуненок был. Большие крылья, 1.30 м размах крылья. И как они, ребятишки, лягушек собирали, там ловил я крыс, кормили их. Стихотворение про него было такое. Коршуненок Коря крючконосый не боялся ничего. И вдруг любознательность себя заносит на смертельный последний круг. Он полетел за грачами, дождик крапил. Он сел как раз вот на повороте столбца. Отрекаться, видимо, справа заснул провода. Его убили, мы там начали. Дети плакали, стихотворение составило пили. Все замазали. Своими руками. Каждый год обновляли, да? Да, каждый год. Последний сон. Вникать в это, быть более... В каком году? Ну, в каком году еще детей принимали? Не жестокий, проще сказать. Дальше у нас что идет? Вот этот зал для игры. Вот. Потихонечку. А вот туда-то. Пойдемте, я покажу вам. Здесь инструмент, страница, что-то такое. А здесь закрыто. Вот, заходите. Ух ты! Все, сейчас качели. Залезьте, я сфотографирую на ней. Нет, на качелях.
хорошо, 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 стой. Стой, вот руку убрала, окно сапсит. Да эту ветку надо убрать, она уже убит. Сухая, да. Мне она сухая. Какой там дверь там легко? А? Да, зачем? Они так и говорили. За спецназ. Все выйдут. А потом я их веду ночью и рассказываю, что, где, как, звезды. Они для того нравятся, что для того нарушили дисциплину, чтобы все не нравится. Зайдите, можете посмотреть. Так, загляните, кто не был. Пойдем. Все, качать сейчас будем. Это на улице обычно стоит качель. Да. Ну, как здесь прохладно. Да. Видите, какие здесь качели, здесь вот упавшие которые, здесь еще качели были. Вот дерево какое растет, береза, смотри, какая раньше растет. Поменьше было, можно было садиться, наверное. Ну, она вот так вот и есть. А тут тарзанки были. Тарзанка на веревке, ага, туда сюда качается. А у вас же где-то или за станом был... Бревнышки, по которым ходили дети. Вон там, вот здесь вот. 75 метров. Стой! Это, остановись. Вверху качается там. Не надо качаться. Это надо менять уже, чтобы подгнило. Вот здесь, да? Пойдем, а, вниз, уже не остановить. Остановитесь. Потому что подпорок нету. Там подпорки. Одной подпорки нету. Ну хорошо катайся. Нельзя, это опасно. Подпорки туда нету, она упала и не поставили. Там видишь, какие подпорки? Ну видишь, подпорки, а здесь ее нету. И там она обломанная висит. Ну, то есть качать ее не надо, опасно. А тут турники, дети занимались. А тут вот колеса, колеса надо колесо прыгать. Вон они везли. И вот это называется разъезд. На таком уровне, вот так вот трубы, и там идут. О, молодец. Я подтягиваюсь уже 4 раза. Вот такого расстояния, и дальше дети уже играют на этой высоте. Так как все мы делали самостоятельно. Сейчас в лагере находится в деревне. Комплекс. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Молодец. Поднялся. Что делает? Вот мы на днях только были, здесь все загорожено было. Растолстел. Что там, Максим? Ты-то думал, под ней не подтягиваешься, а да? Футбольное поле, посмотрите, вот вон, где. Вот рядом, вон, волейбольная площадка. Нет, сейчас мы-то живем. О, бабушка. Там для детей, это не для тебя. Для маленьких детей, это не для тебя. Тоже пойдет? Ну вижу, глянь, видишь, что нужно. Вот такого пескаря-то удержит. А вот батут здесь прыгает. Ну тут было чем заняться. Хорошая, тут столы, и со стола садится, берет полгода с палкой. Если дальше качается, то скажет, как вам. А вы хотите поднимать? Высоко. А, я понял, что это. Интересно, что делает компьютерная игра? Мальчик, так, если, допустим, ему надо, а что это, Володя, откуда это вот это? Банки лежат. Неси банки. Ну, наши, наверное. Наши? Да. Наши забрать. Угу. Подтащи их сюда рядом, вот сюда. Просунь. Да разве же можно бросать, если нас засудят за это? Да, 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 еще и полный. Отработка, наверное. А? Поднимайте. Да как так это, Володя? Не знаю. Подожди, а что поставь оно ровно? Сейчас же забрать надо отсюда. Это наша большая оплошность. Поставь? Да. Не знаю. Я хочу сказать, что если мы сделаем по слову Божию, враги обязательно будут. Вон башня, которая опрокинутая. Вон дальше. Поднимайся. Она подняла и упала. Опускайся. Вон, видишь, что делаем. И поднимайся. А здесь вот вон один стол поставился. Вот так вокруг, на таком уровне, да, идет спереди. С одной и другой переходит. 75 метров. Надо с разгону. Подальше разгонись. Да. Давай.
Вот и все. Не дотянуло. Вторую попытку. Вот это две кости еще. Ну так ты прыгай. Лёха прыгает, они все время тренировались, несколько велосипедов было, за ними наблюдают, чтобы ищут. Если он глаз скрылся куда-то, больше никогда не поменялся. Все, время под присмотром. Вон, смотрите, Игнатьевич, на Ваню посмотрите. Давай, Ваня, показывай, что ты делаешь. Не хлопнешься? Давай, показывай. Хватит, а смотри, что ли. Потому что, ну, видишь, на чем держится, на столбушке, прибито. Все. Я вижу, куда. По одежке протягивай ножки. Вот мы так и действуем. Знаешь, не, Лука, не потянешь ты. У меня тут был парень один, он солнышко делал. Вот так на руках, на вытянутых, на полный, вот так. Ну, такой, можно сказать, непослушный. Он поел хорошо. И давай. А тут есть на это. Как называется? Самоподъемник. Вот такое колесико, ну, с двумя бортами. И туда веревка. И вот садишься и сам себя самоподъемник. А он решил не садиться, а ноги поставить туда. Чем выше он поднимает, тем больше его заворачивает. У него ума не хватило. Когда поднял на самую верхотуру, а ноги так уже с ногами, то он как упал, глазами хлопает, дыхание перехватило, мы перепугались. Потащили его на скамейку, вот на эту положили. Нет-то отошел. Ну, послушание. И вот с детьми заниматься не год, не неделя, 45 лет. Ни одному больному у нас относительно. Один ребенок сюда приехал и здесь 45 лет. Однажды вот привезли девочку. Я летучая мышь. Позвоночник. Я летучая мышь. Нехорошая болезнь. Я а у нас тоже как удовольствие. Я не беру мать. Ну как такую дальнюю? А вы их попросили? Нет, самостоятельно. Только выезжать. Я не... Ну мы все согласны. Вон кадр попадает, Николай. Сзади тебя, сзади тебя. Все таблетки там. На скамейке сидят. Да она без них не может, но вот и не лежать домой. Она согласилась. Она уже две недели не прошло, ни одной таблетки не вспоминает. Лицо стало разодеть, и где-то на третьей неделе я пришел в драму. А здесь еще один был. Повыше. Да, 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 он упали. Упали. Упал? Столбы упали. Кружкой березовки. И больше ничего не делать. На солнце не да, там Ольга в сторону смоет просто. Все это отошло. Пока что узнали. Да нет, потом я сам это может больно. Давай. Что так вздыхаешься? Я, это, короче, вот этого штукатурина, которая... Я вот дерево, она где-то 2 метра, я на него так ползу. Ксения Беннон, ей дали сопроводительного Костанкина, и она была здесь, и такую статью, и можно статью-то найти, Ксения Беннон. Как по истории там близко сейчас. Да, я тоже хотел бы посмотреть. Где ее поймать? Так, на завтра попросили оставить костер. Завтра для вас самый главный день будет. Еще раз говорю, сестры, вы сюда, братья туда, сходите, покупайтесь. Сложи руки несколько, чтобы воды не боялись. Я просто скажу. Не надо ни под каким видом бояться. Рядом стоят люди, ты не утонешь. Ну что, прям дрожит в такую страсть. Нет. Мы можем показать снимки, где с улыбкой люди уходят и не стараются глаза протереть. Три раза, а тогда ты протираешься. Батюшка стоит с вами рядом. Прям ухватывается, для того утопить его. Ну все, посмотрели, вопросы. Все. Да. Все. Один вопрос у вас может быть. А могу ли я со своими товарищами в Санкт-Петербурге устроить такой лагерь? Теоретически, да, практически нет. Ты должен быть день и ночь с ними. Ты никуда не денешься. Ты несешь за них моральную и уголовную ответственность.
не забывай. А государство строго спросит, вот так далеко не лазишь. Никак, он даже на глазах, он шустрый какой, видишь. Я должен поставить ограду. Он приехал только, мальчик, он вот так вот, это клумба, он ее копнул ногой через ограду и пошел. Там Игорь, Игорь, я никаких, мать здесь сидит. Ну что такое? А тут там у нас городки, бетонированные площадки, выбивать сюда бросают. Лев Толстой играл, царь Николай, такие же стояли. Он уже схватил, который 100 лет и бросил. Девочка одна ударила ее по плечу. Да-да, подпирала. Она говорит, я скажу. Не-не-не, просто. Просто подопри, как в Стане делаем. Ну его сразу мы арестовали в этой комнате с матерью. Он верещит. Вот понимаете, она попадет такой он шарек. Там, теннисный шарик. Прямо и сухой. Виктор Николаевич его держит в руках, он как вот здесь извивается там. Обычно никто не видит, как наказываем, а тут при матери. Он над матерью издевается. Ну я его начал учить сеткой. Он говорит, клянусь, как кровью матери или чем-то. Такие слова гонят. Ну я садился, из-за этого ему попало. Так мать потом, когда приехала в город. Я в это время в больнице был на операции, она пришла отблагодарить. Сын совершенно другой. Не надо, чтобы он не убежал. Привязанный. Он перекосил. Дверь перекосил. Отсюда подтерт, он никуда не денется. Это уже самое последнее наказание. Есть такие, которые... А, она прибита у меня, прибита гвоздь. Один да. Такой звали. Вверху, вверху. Два у меня было парня, корабрящих. Такие ребята, ну хорошие. Он одного затащил в теле, давай да, пушить. Вот, да. Два даже. Мы сразу узнали, сразу ударили колоколы. Они у деда живет там, они прилетели и сразу забрали его. А из старообрядцев один из них, кто приходил, Кирилл или как звать? Который приходил здесь, ноги-то у меня падал. Роман вроде. А? Роман. Роман. Он, такие данные у него математические. Его там научным сотрудником уже вроде избрали Академгородок в Новосибирске. И он приехал сюда, в городе был, отблагодарить, что был в лагере. Какой у него заложили потенциал. Я не могу удержать, он самые ноги падает, и все, сам видно. Чтобы никто не лазил. Видите как, ну не все злодействовали. Я говорю, а где брат? Что-то он сказал такое. Они старообрядцы. Что-то я дал задание написать, он кривыми такими буквами славянскими. Все. Он говорит, а я помню это. И показал им снимок моей книги, они сидят на скамейке, которая в храм заходишь. Ну вот, что я вам могу сказать здесь. Когда дети одни здесь, они другие делают. Вот мне когда операцию сделали, я под наркозом был. Операция очень тяжелая, позвоночник. Там все скрещение. Обычно там два отверстия идет, у меня одно. Там такое, говорит, переплетение. И сильная реакция идет. И я ничего не помню. Шланг сунули в рот и поступили. Я вижу, я здесь в лагере, солнечный день. Светлые, светлые какие-то юноши ходят. И каждому, а дети здесь, что он там, вот на этой скамейке сидят. А я стою вот здесь вот и... Никого, это я сам, о том, кто они такие были, что я не могу забыть эту радость. А мне операцию сделали, и можно только лежать или стоять, сидеть нельзя. И несколько месяцев. Так тут встречали, везде понастроили, что-то такое. Народ советский такой. И ребятишки среди ночи 12 часов не спали, в деревне встречали. Ну, если ему никто их не заставлял, нет, они понимают, что для них было добро. А тут дети не понимают. Нет, надо, чтобы понимали, как это родителям кусок хлеба достается. Ну, что, Игнатий Иванович, так, пошли. По работам? Так. По работам надо, по работам. По работам, давайте. В бане во сколько затапливают? Сейчас можно сразу, ну, если вот 4-40 мельничка, то мы сейчас не чувствуем. Мать, я еще учусь на таких турниках. Братья, пойдут, пойдешь.